Дорогая Тера, это невероятное переживание в моей жизни, наверное, самое сумасшедшее. Я очень-очень вам всем благодарна, друзья, и за поддержку, и за критику, и за какие-то невероятно классные идеи, которые самые, может быть, смелые и самые остроумные из вас подбрасывали. И вы знаете, я честно скажу, может быть, некоторыми из них я воспользуюсь. И, ну, поверьте, многие из вас вложили в ту книгу, которая появится, я надеюсь, вложили частичку своей фантазии, своей души, своих идей. Большое вам спасибо. Если говорить о том, как будет дальше развиваться цикл, ну, вы понимаете, что это история не только живого города, это история еще и любви. И это странная история любви. Совсем все будет иначе. Вот то, что сейчас кажется таким определенным и понятным, нет. Эта история будет развиваться иначе, и она еще принесет очень-очень много сюрпризов. Клянусь вам. И, возможно, этот мир станет немножко мрачнее, немножко загадочнее. И самое главное, он станет тем, каким он есть сейчас. Поверьте, такие миры, они существуют. Мы уже чувствуем, что Москва живая, что она смотрит на нас окнами домов, смотрит на нас провалами арок. И вот эта Москва, она, ну, она должна быть, кстати, максимально настоящей в этом тексте. И она станет такой.